Анатолий Эдуардович, спасибо большое за ответ на первый вопрос. И переходим к следующему. Как вы оцениваете рыночную стоимость ЗАО «Струнные технологии» на сегодняшний день? Хороший вопрос. И, кстати, часто задаваем вопрос. Я коротко не смогу ответить, поэтому мне некоторое время нужно на это. Но оценить рыночную стоимость компании можно только при выходе на рынок ценных бумаг. Ну, это вообще принято. Сейчас мы можем давать свои оценки, отталкиваясь от того, какие активы есть у компании. К ним можно отнести, например, уставный фонд струнных технологий, который составляет сегодня более 70 миллионов долларов. И очень важно подчеркнуть, что этот уставный фонд оплачен деньгами, а не какими-то бумажками, да? Причем это в иностранной валюте. Это очень большая сумма, больше, чем у многих белорусских промышленных лидеров. При этом у нас есть и другие активы. Это автомобили, ну, обычные автомобили, да, и легковые, и грузовые, краны, подъем, там еще что-то, здания, сооружения, земля, компьютерная и офисная техника. Если прибавить это к уставному фонду, получится значительно больше 100 миллионов долларов. Конечно, стоимость компании прежде всего определяется тем, какую прибыль она сможет принести в тот или иной период времени. И у нас есть оценка индивидуальной собственности на струнные технологии, определенная не нами, как многие думают, да, а независимой компанией, аккредитованной на такую деятельность, на международную деятельность. Она оценила стоимость нашей технологии, а по сути компанию-носитель этой технологии, которая включает знания и коллектив специалистов, 400 миллиардов долларов. Повторяю, 400 миллиардов долларов. Но это скорее заниженная оценка, так как потребность рынка возрастает с каждым годом. Кстати, капитализация компании Tesla, которая начинала свою деятельность в 2003 году с менее прорывной и менее востребованной транспортной технологией, чем UST, в 2021 году превысила, внимание, 1 триллион долларов. И вот по оценкам, к 2030 году только объем мирового рынка умных перевозок достигнет 300 миллиардов долларов США. Электромобилей, ну, это около 360 миллиардов долларов. Автомобили с нулевым уровнем выброса более 1300 миллиардов долларов, то есть, ну, больше триллиона. За увеличение пробок на дорогах, ну, вырастет и спрос на транспортные услуги по требованию. Это, ну, где-то более 700 миллиардов долларов США к 2030 году. Учитывая востребованность вот всех вышеказанных отраслей, оценочная стоимость нашей компании будет еще выше, ведь мы предлагаем транспортные комплексы, именно комплексы с автоматизированной системой управления и с электромобилями на стальных колесах, которые минимально воздействуют на окружающую среду. А благодаря передвижению над землей имеют беспрецедентную безопасность и смогут разгрузить существующие дороги, ну, на первом уровне от пробок. В ближайшие 10 лет в наших планах охватить 10% от всего рынка транспортных услуг. И сегодня этот рынок быстро развивается, и транспортные проблемы актуальны как никогда. Мы активно работаем, например, в Индонезии, Индии, России, Ближнем Востоке, Африке, во многих странах, кстати, Африке, Латинской Америке тоже не в одной стране, и в других регионах мира. Поэтому знаем из практики и общения с нашими клиентами, что эти проблемы касаются самых разных как стран, так и всех без исключения крупных городов. И мы готовы их решать. Например, у нас есть данные, что существующий сегодня в России запрос только на канатные дороги, только на них, да, оценивается в 600 миллиардов рублей. Это более 10 миллиардов долларов. И это только одна страна и один сегмент вот транспортного рынка. Поэтому, если мы говорим о 400 миллиардах долларов, скорее всего, рыночная стоимость нашей компании будет еще выше. Global Star Club.
Возможности безграничны.